spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Такой компактный девайс, как мультитул, уже давно пользуется популярностью у рыболовов, туристов, да и простых городских жителей. Ведь благодаря ему не нужно носить с собой множество инструментов. Все собрано в одном многофункциональном аксессуаре. И сегодня в нашем обзоре представлена модель MT-01 от компании «Рыболов Олта». Давайте поближе ее рассмотрим. В сложенном состоянии данный инструмент имеет весьма небольшие размеры. Длина 10 см, максимальная ширина около 3 и толщина порядка 1,5 см. Вес составляет всего 145 граммов. Его легко спрятать в кармане разгрузки, а также он не займет много места в рюкзаке или рыбацкой сумке. Кроме этого, в комплект входит чехол из прочного материала, фиксируемый на поясе. Для этого с обратной стороны предусмотрена широкая шлевка, в которую продевается брючный ремень. С целью уменьшить риск потери аксессуара, клапан чехла закрывается на текстильную застежку. При раскрытии мы получаем обычные пассатижи. Они не снабжены пружинным возвратным механизмом, но к этому быстро привыкаешь и манипулируешь ими одной рукой. Кроме функции обычных плоскогубцев, здесь мы видим кусачки для тонкой проволоки. Основным материалом при производстве мультитула является металл, по заявлению производителя, нержавеющая сталь. Накладки ручек из пластика. В одной рукояти девайса находится открывалка для бутылок с напитками, шлицевая отвертка шириной 5 мм, короткий нож размером 25 мм, а также прямой нож с лезвием, длина которого составляет 55 мм. С другой стороны расположены открывалка для консервных банок, он же консервный нож, крестовая отвертка, которая, к примеру, может пригодиться при мелком ремонте катушки, шило и универсальный инструмент, сочетающий в себе рыбочистку и экстрактор. С одной стороны нанесена линейка для измерения в дюймах, а на другой мы видим напильник с крестообразной насечкой. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.